Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про сочетание двух видов ниточек и шапочку, которая получается в результате. Вот такая вот шапка, стильная, модная, очень крепкая и хорошо держащая форму, мягкая и, ну и просто приятная. Вот, получилась она из Кати Мерино Фламе и моточка Альпака Голд, тоже от испанского бренда Кати. Получился очень классный такой... Классное соединение, то есть Альпака Голд дала вот такое вот легкое люрексное мерцание. Обратите внимание, насколько оно деликатное и абсолютно не раздражающее. То есть шапка немножечко совсем блестит, но то есть нет какого-то такого противного, да, блеска люрексного, который бывает у некоторых пряж. И Фламе дала вот такой вот эффект облачка. Ну и вместе они очень классные и хорошо сошлись. Кроме того, она очень теплая и мягкая. Но это уже я говорила, здесь итальянский набор петель. Вот здесь всего лишь полтора моточка Мерино Фламе и один вот такой моточек. Кстати, из Альпака Голд или Альпака Сильвер можно сотворить целую полноценную шапочку из мотка. Она будет выглядеть вот так. Весит всего лишь 25 грамм. Вот такая вот. Тоже с небольшим блеском. Но это вот на вообще такую прохладно-теплую погоду. 0, минус 2. Прям она отлично подходит. Потому что она прям тоненькая, легенькая. Вот так вот просто положили в карман. Смотрите, сколько места она занимает. И просто пошли на прогулку или на работу. В общем, куда угодно. Весит всего лишь моточек 25 грамм. Поэтому шапочка тоже весит 25 грамм. Эта шапка уже весит побольше, потому что здесь добавляется основная нитка. И это классный вариант, если уже погода прохладнее, если, в общем, потеплее, то вот такая, если попрохладнее, то уже вот такая. Сейчас расскажу вам про пряжу, чтобы долго не отвлекать ваше время. Итак, вот пряжа Мерино Фламе. Расцветки все очень приятные, благородные. Можно подобрать к любому гардеробу. В составе у нас здесь... Шерсть 74% и 24% хлопок. Поближе покажу фактуру ниточки. 50 грамм 80 метров. Вот такая вот круточка. И вот так вот. Ниточку можно использовать спокойно и как самостоятельную, как вот, и как основную вот к какой-то добавке, если хотите, какой-то легкий пушок, потому что так получается ниточка достаточно, ну, гладкая, кроме того, вот этих вот облачков. Вот, и, значит, вот такой вот, полтора вот таких мотка, и один моток потребуется вот такой. Это может быть или Альпака Сильвер, или Альпака Голд. Сейчас покажу вам лишь основные расцветки, и потом несколько комбинаций на шапочку покажу. Вот такая вот Альпака Голд или Альпака Сильвер. Отличаются лишь своим мерцанием, соответственно, Сильвер это серебристое мерцание, Голд это золотое. В составе здесь альпака 76%, 73% 20 полиамид и 7% полиэстер. 25 грамм 120 метров. Очень нежные, мягкие, просто великолепные. Можно также рассмотреть их как на кофточку, так и на шарфик. В общем, на все что угодно. Так, сейчас покажу вам сочетание. Сочетаний может быть очень много. Во-первых, это вот такое сочетание. Получается Альпака Сильвер номер 257 и Кати Мерино Фламе 102 номер. Дальше это, как у меня была первая шапочка, зелененький, это Альпака Голд номер 355 и Мерино Фламе 109 номер. Дальше это может быть вот такое вот сочетание. Здесь немножечко есть отличие, конечно, в цвете, но мне кажется, в целом будет тоже неплохо смотреться. Смотрите, здесь 356 Альпака Голд и 111 Мерино Фламе. И последние парочку вариантов. Это желтенький вот такой Мерино Фламе, 108 номер, и Альпака Голд номер 354. Вот такой. И последний вариант, по-моему, это вот такой. Тоже очень нежный, красивый. 268 Альпака Сильвер и 103 Мерино Фламе. Все ниточки есть у нас на сайте и в магазине вживую. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всем пока!